Приветствую, друзья, на связи Андрей Жариков. Несколько дней назад компания Eagle Bittrade объявила, что можно выводить средства из личного кабинета Eagle Bittrade на платежную систему Eagle Trade Card. Правда, был установлен лимит на ближайшие два дня – $500 в сутки. И многие партнеры сделали заявки на вывод, и уже некоторые партнеры сообщили, что средства поступили им на платежную систему. Конечно, нас всех, как инвесторов, интересует вопрос. Перевод средства из личного кабинета на платежную платформу – это, безусловно, замечательно. Но как обстоят дела с выводом на собственный биткоин-кошелек? И некоторые партнеры сообщили, что членам их команды удалось вывести средства на личные биткоин-кошельки. Партнеры, я вот хочу сделать такое сообщение. Минут 10 назад созванивалась с человеком, в Венгрии он находится. Вот, он ставит на вывод с кабинета на платформу. В кабинете проставил адрес биткоин-кошелька единый для всех, который нам выдала компания. Вот. И уже третий день с платформы ставит на вывод на свой биткоин-кошелек, указывает на платформе свой биткоин-кошелек, я не знаю какой платформы, это блокчейн-инфо или еще какое-либо. И у него деньги выводятся в течение какого-то периода на свой кошелек. И он уже третий раз такую функцию проделывает. Но что он мне добавил в конце? Мне, говорит, позвонил мой спонсор, он находится в Италии, и он мне сказал, ставь деньги на вывод в 3 утра. Вот, я, говорит, ровно так и сделал. И у меня, говорит, каждый раз выходят деньги на свой независимый кошелек. Вот я вам передала, что я услышала. Добрый день, я хочу сообщить, что из моей группы четверо уже получили деньги на платформу, и с платформы они отправили уже кто на Virex, кто на Sapo, и получили деньги. И автоматически они получили верификацию. То, что некоторые партнеры компании уже получили выплаты на личные биткоин-кошельки, это, безусловно, замечательно. Я, ребята, вас с этим поздравляю. Как говорится, ваше терпение было вознаграждено. Но, конечно, нам хотелось бы, чтобы вывод работал не только для небольшой группы людей, но для всех инвесторов и партнеров компании Eagle Bittrade. Будем надеяться, что в ближайшие дни это все начнет работать слаженно, четко, как и раньше. Если у кого-то из членов вашей команды также была обработана заявка и удалось получить средства на личный биткоин-кошелек, пожалуйста, напишите об этом в комментариях или присылайте видеосообщение. Следите за новостями, подписывайтесь на канал. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго!